Лягушки, а бабушки, с вами клыки, адушки, школьники копируют, батьки контролируют. Привет всем, с вами Айслейд Булкин, и это плагиатушки, и спасибо Шипелову, который пошипел. По поводу чего? А, ну да. Он зашипел. Мы записываем этот видос вместе в одной квартире в Москве. Да, приходите. Приходите к нам. Непривычно, да? Это второй выпуск шоу. Плагиатушки? Спустя полгода. Спустя полгода. Когда о нем все забыли. Когда мы сказали, что мы будем делать его быстро, часто. У тебя там Щербин что-то передает. Ладно, вот. Ну, в общем, у нас сегодня, как всегда, три видоса. Сегодня у нас смешанная. Ну, да, тема. Три с половиной. Три с половиной видоса, смешанная тема. То есть видосы будут разные начинки. Ну, как сказать. У нас будут смешновки и страшновки, грубо говоря. Да. Вот, поэтому, ну, сейчас мы начнем с первого видоса. Что нашли, то нашли. Что нашли, то потеряли. На что упоролись, на то и упоролись. Вот и все. Ну, так что, у нас как бы первый клиент. Называется видео «Смешновки с Купи номер один». Пять вопросительных знаков. Что? Вася Пупкин, между прочим. Где? Это у него внутри называется видос. А видос-то называется «Смешновки с Купи номер два», пипец. МП4. МП4. То есть он в одном своем видосе. Давай смотреть. Давай смотреть. Ну, смотрим. Давай. Да. Что, запустился? Пожалуйста, скажи, как ты скачал эту версию? Давайте расскажем. С кем он разговаривает по скайпу, да? Ну, пиши, что хочешь. У меня мышка танцует... О, господи, у меня мышка танцует танца. О, май гад! Так. В общем, походу, чувак сидит, просто сейчас стыкает свой комп и разговаривает с человеком в скайпе, которого не слышно на записи. Ты понимаешь, что как бы там у нас новый герой? Мышка танцует. Нет. Ты мышка не танцует? У нас раньше был этот, Франческо Юнайтед. Ну. Ну, теперь Себастьян Родион. Себастьянов. А, у нас Себастьян будет. Родион. Себастьян, Себастьян Родион и Франческо. А этот, наверное, который с ним разговаривает, это небось какой-нибудь этот Франк Энвидио. Ну, Родион и Энвидио. Они, наверное, друзья. Ну, да. Шутник, да? Прикол. Что ты сказал? Он говорит, да, прикол. Ну да. А, подожди, так суть видео в чем заключается? То, что он записывает. Ну, называется «Смешновки в скупе», он записывает экран, но вот у него, кстати, можно файлы посмотреть. Да. Ну там. Ну, вот так. Он вот так. Такое ощущение разговаривает, да. Прости, чувак. Это ничего страшного. Жизнь, нормально. То есть мы сейчас будем включать просто, вот мы сейчас скажем, не знаю, любую фразу, он не ответит. Давай, Саша, привет маме передавай. Я забыл тебе сказать. Я тебе говорю, давай. Не знаю. Чувак, что-то как ты вообще, как тебе делали? Не знаю. Слушай, как он это делает? Я не знаю, как он это делает, я тебе минус. Мы смотрим видео первый раз, серьезно. Ладно, ты придешь к нам завтра сниматься? Посмотрим, он сказал. Посмотрим. Я честно про паспорт он сказал. А Себастьян вообще Родион лёгкий. А я хочу с тобой играть. О, блять, это серьезное заявление на самом деле. Просто никого не было. Да, очень просто. Попробуй найти вот на этих дорожках. Я только сейчас понял, в чем прикол этого видео. Ты понял, какой дорожках найти? Ты понял прикол? А, я кажется... Он пишет только себя. Или своего друга. Он пишет только себя и такой, что он во что-то играет. Поэтому будет. Просто видно экран. Сейчас вставал. Ты такой, думаешь? Ну да. Ну, смотри, говорит... мышка не двигается, он говорит. Он дрочит или что? Уже как бы 5 секунд. Он секунд 10 молчит. 10, да. Уже. Наверное, его друг. Да, сейчас. Который не скачивается. Вот. То самый друг. Они, по-моему, пытаются скачать Майнкрафт. Только при чем-то смешновки с Купи номер 2 пипец. Я не пробовал, у меня куб завис. Чего он не пробовал? Не, он не пробовал, у него куб завис. А, почему это ты не играешь в Куб Ворлд? Куб Ворлд? Какого хуя ты не играешь в Куб Ворлд? Пойдем скачаем Куб Ворлд. Пойдем скачаем Куб Ворлд. Сейчас скачаем, все. А, он... Ты сейчас снимаешься, что ли? Причем, знаете, ты подошло как бы не. Это даже сервачок, что ли? А, почему это? Все. О, я нашел сам уже. Сам нашел он уже. Да, сам нашел, правильно. Хотя... Чё, блядь. Блядь, ну... Сохранить. Нет, тот, с кем он разговаривает, да? Для чего он это записывает? У меня все скайп спалился. Моро 111.34. Моро 111.34, да. Пишите. Чего нужно было называть видео смешновки, если он разговаривает со своим другом перед этим Майнкрафт Джар? И куда мне эту Майнкрафт Джар засовывать? Давайте мотнем. Да, давайте какой-нибудь середин. Оооо. Мотнули. Как все запущено. Стоп, реально похож, чувак. Вот у него Касперский, да. Все отлично. Да вы что-то вообще психи, парни. Позитивные психи. Это он нам. Какого хуй ты нас называешь-то вообще на нас? Я не понял. Нормально вообще? А скриншотом, скринкастоматик, это программа? Давай попробуем мотнуть где-нибудь вот сюда, и сейчас он что-нибудь нам ответит. Вот давай, сейчас опять что-нибудь скажет нам. Да.
Ответил, молодец, чувак. Круто. Круто, тогда мы с тобой закатим дружбу. Закатим дружбу. Давай с тобой дружбу закатим. Сейчас будем подходить к людям как раз. Закатим дружбу. Наш ниндзя. Давай спросим, он подписался на наш канал? Ты подписался на наш канал? Это просто. Это просто. Это просто. Ну, ты подписался? А я Вася Пупкин. Ну, раз ты Вася Пупкин, то что я могу сказать? И мы ближимся к концовке видео уже. Выба. Давайте посмотрим, что он скажет в конце. Осталось 4 секунды до конца видео. Давайте просто подведем сейчас короткий итог, что он сделал за это видео. Он просто посмотрел на сайт, у него зависла мышка, он поболтался со своим другом, которого не слышно, и все это время он установил какой-то Minecraft Jar и так и не смог его установить спустя 9 минут. Ну это смешно. Это смешно. Может, нам такое же что-нибудь надо по-любому? Ну надо будет как-нибудь. Да. Ну пока. Пошла нах. Да как тебе не стыдно? Я занят, я болтаю по телефону. Ну ладно. Чего ну ладно? Ты дебил. Как бы... ну, что ну, чё, чё тут можно прокомментировать? Я даже не знаю. Я думаю, вы видели нашу реакцию на это видео. Видео называется «Смешновки». МП4. Да. Я так понял, что это чуваки просто под... Кто у нас? Эльдар Бродвей делает у нас такие скетчи. Давайте попробуем еще раз послушать диалог их и вникнуть. Попробуем просто. Просто поймем, о чем я говорю. Пошла нах. Да как тебе не стыдно? Я занят, я болтаю по телефону. Ну ладно. Чего ну ладно? Ты дебил. Я просто не могу ничего понять, это просто набор несвязанных слов. Ну ладно. Я занят, я болтаю по телефону. Ну ладно. Короче, ладно, переходим к следующему видео. Тут нечего говорить, я не знаю смешновки, почему называется, но видео короткое и... Это такая короткая вставочка. Да, отличный смысл несет. Охуительный. Да, смешновый. Идем дальше. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами смешновки. Ну, это наше следующее видео, которое называется «Смешновки номер 3, Most Wanted You 00027». Мне интересно, меня вообще слышно. Да. Да. А, как вы слышали изначало, это ГАМАЗ. Да. Здравствуйте, дорогие ребята. Кто не узнал? Здравствуйте, дорогие друзья, с вами смешновки. Это телекомпания Game Bars. Представляет. Представляет. Вот. Ну давайте смотреть, что нам предлагает этот замечательный игрок с ником Name. Вы смотрите канал 2 Bro Game Adventures. А если что, мы очень сильно заинтересовались этими людьми, потому что сначала мне послышалось 2 Game Adventures, потом 2 Game Adventures. Мне послышалось Bubble Game Adventures. Bubble Game Adventures. В итоге мы нашли под этим видео в описании канал, откуда ссылку делаешь? На группу ВКонтакте ихнюю. Там стоит отличная аватарка и, собственно, как вам сказать... Они называются Two Bro Game Adventures. Ну, два брата Game Adventures. Да. Это очень ужасно, потому что... Ужасно. На канале ничего... нет, он ехал в Смоленск, мне приходится одному записывать. Кого нет? Еще раз, кого нет у них? Сейчас послушаем. Игоря нет, он ехал в Смоленск, мне приходится одному записывать. Игоря нет, мне приходится одному записывать. Я не знаю, там кроме Игоря еще кого-то нет. Он ехал в Смоленск. Ну, сейчас послушаем еще раз, подожди. Вы смотрите канал 2 Bro Game Adventures. Игоря нет, он ехал в Смоленск, мне приходится... Он уехал в Тюленск, я слышал. Он уехал в Смоленск. По-моему, в Тюленск. Ну, короче, к Тюленям поехал, ладно. Типичный русский город. И, собственно, да. Ну, собственно, давайте посмотрим. Чувак записывает один. Я что-то хотел сказать, я перебил. С нахуй. Кому записывать. Вот я и вспомнил Most Wanted. Ну, и сегодня я не буду проходить карьеру. Я карьеру вообще не проходила. Просто буду гонять на тачках. Сегодня мы посмотрим все открытые тачки. Ну, давайте приступим. Первая машина. Lexus. Подберем, тюнингуем. Он такой всегда что-нибудь бывает делать сейчас. Красиво смотрится перед, как Ауди, нормально. Как Ауди. Как, очень похоже на Ауди перед. Сейчас он ее заколхозит? Да он уже ее заколхозил, посмотри на задний бампер. Типичный мужской. Он мог хотя бы скачать сейвы, чтобы открыть весь тюнинг и... Но он решил сделать обзор на пустую игру. Диски так. Диски у Лариски. Хотя на ТД похож, кстати, на R8. Немножко. Единственный диск, который доступен, побольше дюймов, но... Ну, вот, конечно. Конечно, побольше дюймов, все правильно. Все правильно. Все правильно. Все правильно, он проверил игры по форме. Игры-то нет. Игры, ну, называется 2 бро, а снимает 1 бро. А, так вот, у них на канале есть покатушки,
Смешновки, в общем, да. У нас будет. Я эту машину, наверное, сделаю. Такую же, у нас будет. Давайте мотнем, может, да. Куда? Ну, мы сюда поменяем. Так, на таймер ровно на минуту. Понятно. Вот очень много чего изменилось. На тайм еще. Это смешно. Смешно, но это ржачно. Одному, без Игоря, тем более. Мотаем еще на минуту вперед. Выбор спринт. Ну, спринт. Конечно, спринт. Тут сразу выбери. Самый первый, который. Не-не-не-не, давайте даже не спринт. Он тебя наебался снова. Истребитель? Сейчас за ним будут истребитель гонять. Он как в Топ Гире. Сколько раз его пострелил? Ну, это творческий режим, можно сказать. Это творческий режим просто. Режим творчества. Автомат. Я сейчас не трону, поэтому... Сейчас ты дерево не слышно. Он не убавил звук, естественно. Какая машинка так красивая. Так, ну сейчас ужасно слышно в записи у нас. Ну ладно, давайте мотнем, не знаю, еще на 2 минуты. Понятно, все, я понял примерно. Прикинь такой летсплей, так это третья серия. То есть смотри, он будет брать каждую тачку, фенинговать и ездить на ней. Ну да. Ты уже не смешно, что такой мотнул, как карбон. Да, ну с Volkswagen будет. Да, наш бон, наш трасс, заметите? На той стороне пытается. Я и говорил, в этом выпуске смешного Most Wanted будет только две машины, в следующем вы увидите еще... Тихо, больше. Подожди. Да, я был прав. Это видео сейчас, Most Wanted машины, вот и зашигаю, придет вас в следующую серию. Все, вот так вот. Вот так же будем заканчивать все свои видео. Более таких эксклюзивных машин. С вами был канал 2 Bro Game Adventures. Если вы еще не подписались, подписывайтесь на канал. Да-да. Здесь будет все моды, обзоры, летсплей. Да, моды. Моды в этот канал. Что захотите. Ну что-то я заговорился, ладно. До новых встреч. Всем пока. Я с вами не прощаюсь. Я Соник включил. Какой Соник? Ну, короче... Пиздец. Да, переводим. Чего? Не, ну просто нет. Я скажу только одно. Чувак просто реально берет летсплей, берет Most Wanted и в ролик по две машины берет и вингует и катается на одной и той же трассе. Ну да. Это смешно. Смешно. Ха-ха. Ха. Мы сейчас ничего не скажем, просто вот это вот первый кадр этого видео. Смотрите просто полностью заставку для этого видео. Видео называется «Страшновки номер один. Попивай чаек». Страшновки. Страшновки, да. Смотрим заставку внимательно просто. Мы сейчас даже просто замолчим, да? Да, замолчим. Смотрим заставку. Чёрный град такой летающий, и херню реально выросла. Короче, 20 секунд летает машина вверх ногами. Для сравнения, просто вспомните... Скриншоты с карбоном, по-моему. Да, причём, конечно, ногами. И мы сразу видим просто какую-то синюю хрень, болгарка 100%. 100% болгарка. 100% болгарка. Это, кстати, что у нас? Гарри Смотрит? Да. Ну, логично. Страшновки. Самое интересное. Это просто сравни уровень заставки у нас и... Ну, так... Болгарка. Я чувствую себя говном просто. Последний заставка, который я делал, мне кажется, херня. Короче, нам нужно делать тоже, да. Ну, смотрим. Все. Здравствуйте, дорогие зрители. Мы играем в страшновочки, мы проходим карту без фонариков, да? Я не знаю, слышно вам или нет, просто он сказал, что мы проходим со основки карты с фонариками. Вот если. У меня просто очень тихо звук, я не знаю. С нами проходит еще играет болгарка, да? Да. А сам он не представился, то есть с нами играет. Зачем? В общем, мы идем. И тут кажется небольшой писец, но я не буду переводить. Тут кажется небольшой писец. Ну, небольшой, но писец. Я просто не знаю, кажется, небольшой писец, я сейчас пошмурим. Пошмурим. У нас сегодня гамазята просто. С нами играет болгарка? Да. Что просто? Я просто включил видео дальше. Пошли давай. Ща. Ну ладно. Надо получиться. Сейчас, во, все. Xbox Good Mod. Сейчас проверим. Xbox Good Mod. Не давай. Она мне проверит, давай. Она не перегревается. Работает. Самый прикол, что они сказали, что будут играть без фонариков или с фонариком. В итоге они сказали с фонариком. А, ну они ходят без фонарика, на видео ничего не видно. Они разбивают доски. У него лагает. У него лагает Гаррис Мод, да. Как будешь лагать Гаррис Мод? Дверь, по-моему, нельзя, да? Мотнем. Ну давай мотнем куда-нибудь. На, фонарик. Особо, это у меня карта. Да, кажется. Ща. Давай все карты проходить, логично. Всё, плей, Гаррис Мод, Enjoy. Так. Посрался, а ты тоже?
Видишь, натуральная роль. Обосрался. А ты тоже? Да. А когда что-то выскочит, Саша такой: а! Типа еще подумал, я испугался. Ты тоже испугался? Так, понятно, с ним играет макака какая-то, вообще не знаю. Можно я тебе смотрю? А ты тоже? Я немножко. Дверь открывай, я кидаю. Что за хуй? Дверь открой. Иди. Ебаные скримеры, сука. Ебаные скримеры, сука. Рожица. Так, давай пойдем. На счет три кидай фонарик сюда. Ой, я тоже так тебе говорил. Это наша книжка. Да. Раз, два, три. Так мы так эту карту так и проходили. Ну да. Ну, судя по тому, что у них называют страшновки, они это видели, наверное, проходят точно так. Да, я закрою дверь, это не страшно. Ребенок, блядь. Да прям мне вот откнулся, не понравилось. Сейчас вот свет погасит, но скоро, блин, да. Блядь! Ты дома? Ничего не поменялось. Совершенно. Все за мной. Открывай дверь, давай. Мотнем еще раз. Да. Они еще играют на каком-то серваке. Или там тупик был. Ты помнишь, там тупик был? Не помню. Не помню. Батнем еще раз. Они еще так же кидают. Да вы издеваетесь, что ли? Они прошли карту. Да. Сюда иди. Блять, сюда иди. Так. Только маленький уже матерится. Блять, вот это вот пиздец. Да, это вообще пиздец. Это так страшно. Что ты сделал? Я видел, вот тут у меня есть. Самое главное, то, что тот, кто записывает. Тот, кто записывает, его как всегда не слышит ни хрена. Что это? Слышно только его друг. Ну они все так записывают. Все нормально, чё. А что это за белый? Такое каждый день в Москве. Тут. Что там, не видишь? Качество микрофона, кстати, тоже. Ну. Качество звука, качество дикции. Квадратное видео. Дикция у них тоже. Вкусный чай. Я думал сначала, что это... Вкусный чай, тоже так буду говорить. Идем. Я, конечно, извиняюсь, но кричит, кажется, пиздец. Окей, чё, давай съедем. Как он сказал? Типа того. Ну, сейчас там назад, обратно. Очень смешно. Молодец. Не пускаю. Помнишь ту стену и ту? Это откуда эти паучки выходили? Паучки откуда эти выходили, скажи. Давай маяться фигнёй под ломается? Конец. О, мади на момент, где там пауки, кстати, убегают. Давай его не пускаю. Давай его выпускаю. Тут? Я не помню. Ёб твою мать! А, они походу назад вернулись. Я могу не даже пошли, давай. Чё это вообще не Майнкрафт сейчас напомнит? А в параллельный мир, и а, это другая стена. Помнишь ту стену и там даже понятно, да, откуда там есть, есть. Во-во-во, вот сейчас. Да что ты без меня уходишь? Даже мы тут опоздали. Даже я кирпичей навалил, я заорал. Карту. Охрененно, мы прошли. Ну короче, они скучно прошли карту. Давайте посмотрим, послушаем концовку тогда. Ну, в общем, всем пока, мы как бы поиграли в эту карту. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А, у них сварка и болгарка. Да. Кидайте нам название карты. Всем привет, с вами сварка и болгарка. Мы снимали. Да. Не надо срочно в строительный университет, на строительную какую-нибудь. Ну, на этом видео оканчивается. Да. Ну и, собственно, это был выпуск плагиатушек. И, как всегда, под конец мы с вами... Окунемся в атмосферу. Или и... не окунемся. Окунемся мы или не окунемся? Most Wanted, по-моему, есть последний. Сейчас будет мясо. Здравствуйте, ребят! С вами сегодня, да? Здрасте! Сейчас мы вдвоём тут с Илюхой. Вот, ну... У нас нет! Игоря нет. Он ехал в Сурж. Сурж. Когда он вернётся из Сурж? Ну, не знаю, когда он вернётся из Сурж. У нас сегодня Флотаут. Сегодня игра. Хорошая игра, блин. Флотаут мод. А, я игру специально не убавлял. Будет орать, чтобы вы ничего не слышали. Вот, я звук не слышу. Илюха не уехал, нихуя. Угу. А то сейчас Игорек приедет из Богославского, тут Pro-Game Adventures. Угу. Ну так вот. Нет, у нас 4 Pro-Game Adventures. 4 Pro-Game Adventures. Ну так вот, мы берем машину, которая помедленнее, побыстрее. Тяжело говорить. Получше. Нормально все. Вот. Мы должны игру прибавить, чтобы... И сейчас мама заходит. Не слышно было, чтобы...
Кстати, это мама, когда там придет, чтобы она прервется, да, ну, хорошо, мы даже машину тебе делать всю серию. Ты забыл, что. За машину-то каждый сильный. Давай сейчас. Дерби, опять машину покупать. А, это покупка машины, я не туда зашел. Хорошо, апгрейд шоп. Так, давай. Давай, да. Давайте он говорит. Джин, давай тут чё. Модифайн тюнинг. Там у нас всего 500 кредитов, там не хватает на тюнинг. Вот, мы должны одну и ту же гонку запускать, ты помнишь? Не играй, пожалуйста, на гитаре, сейчас Игорь из УСА приедет, мы покажешь. Да, мне голос болит уже. Глухо. Ну, давайте тогда проедемся, что ли, гонку одну. Я уже не могу изменить голос. Фу, мне плохо. Ну так вот. С вами Игорь, значит, мы... Я вернулся из РУ. Да? Ну ладно. Ну ладно. Чай бы писец! Сейчас будет писец, мне кажется, если горюху поставишь, мы позвонили, сейчас будет снимание. 20 FPS сказал, лагать не будет. Звук убавлен. Кого убавлен? Прибавлен. Загрузки 7 FPS, да? О! Тихо, сейчас мы... Саунд оп... О! Что-то не так, что-то... О! Что-то было, там слышно. Музыка, что... О! О, прям красиво. О! Вот это похоже уже на наших друзей. Поехали. Чего мы медленнее всех едем? Смотри, что творят вообще. Сейчас будет пиздец, мне кажется. Он по кружке несёт свой. Эй, типа сегодня. О, да, 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 музыка не останавливается даже в паузе. Шо? Шо? Мне надо тебе Майнкрафт передать, жар. Да? Да. Давай. А как мы это снимем? Никак. Сейчас мне никак. Наверное, тебе в скайпе сейчас кинуть. Ну ладно, мы тогда пойдем кидать монету. Сейчас я, смотри, я сделаю. Сейчас будет смешной трюк, смотри, сейчас будет пиздец, мне кажется. Смотри, смотри. Мы едем без муку уже, да? Без мутики, как ты понимаешь. Смотри, сейчас будет пиздец. Это, короче, новый движок здесь. Смотри, стал видео как упасть. Смотри. Здесь тюнинг вообще доработки машины. Очень чуточки. Смотри, сейчас будет пиздец. Ой, смотри, ой, пиздец.